Городской сад в Бресте давно уже стал любимым местом отдыха для жителей и гостей областного центра. Этот очень уютный и невероятно красивый уголок природы притягивает как магнит. Свой вклад в его благоустройство вносят различные предприятия Бреста. И департамент охраны МВД не исключение. Ведь по его инициативе здесь появился еще один арт-объект. Открытие именной лавочки с символичным лозунгом приурочили к 70-летнему юбилею со дня образования службы охраны. Открытие городского парка на тысячелетие Бреста – дала уникальную возможность проявить и показать свою любовь. И неспроста именно в 70-летний юбилей со дня образования службы охраны сотрудники и работники Брестского областного управления и Ленинского и Московского города Бреста отделов охраны решили сделать подарок для жителей нашего города и для гостей столицы. Мы часть города Бреста, храним и чтим его традиции. Охрана всегда стояла на страже правопорядка и всегда будет стоять. И это лавочка именная, название «Город под надежной охраной». Именно так. Когда на страже нашего спокойствия стоят сотрудники департамента охраны, Брест действительно в безопасности. Но и благоустройство родного города – это тоже важное и общее дело, обозначил в своем выступлении Андрей Заревич. Затем последовало разрезание красной ленточки, как символический знак открытия нового объекта. Ваши аплодисменты! Среди пришедших в городской сад были ветераны службы охраны. Эти люди внесли большой и неоценимый вклад в создание безопасности на территории нашего города. И в этот значимый для каждого из них день, 70-летие со дня образования департамента охраны МВД, они были приглашены на торжественное мероприятие в качестве почетных гостей. Мне сегодня приятно присутствовать на моменте, когда наша служба, и по разрешению, это спасибо, большая честь нашей службе, что город разрешил, горисполком разрешил поставить нашу скамейку. Почему? Потому что когда будут люди отдыхать, когда будут знать, что значит наша служба. Очень радостно, что именно этот парк решили возродить. Это сейчас стало одним из любимейших мест отдыха брестчан. И очень радостно, что вот это было решение принято о установке таких скамеек, потому что это позволяет еще больше привлечь людей в это прекраснейшее место. Ну и, конечно, очень радостно, что наша скамейка с именем охраны появилась в этом месте. Важно отметить, что эта лавочка от департамента охраны стала уже 44-й по счету в городском саду. Марафон благоустройства будет продолжен, а мы обязательно расскажем, кто станет следующим инициатором установки арт-объекта.